ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय बुले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी ति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश धारणे वंशकृपा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Twishe Namaha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Mukham Karoti Vachalam Pangamangai Tegarim Tat Kripa Tamaham Vande Shri Gurundina Taranya. Alright, so ask your question. The question is how can devotee help himself if he notices that he is in a critical mood towards others? Sorry. Russian? Вопрос такой, что как преданный может себе помочь, если он обратил внимание, что он находится в критическом умонастроении по отношению к другим, то есть он в уме критикует. Well, everything is based on desire. Все на самом деле зависит от желания. And so if we genuinely want to get out of the critical mood, we should pray, help me. И поэтому, если мы хотим избавиться от критического умонастроения, но надо молиться, чтобы помогли нам. And we should look for the good, you know. Sometimes you have to tell devotees, you know, if you can't find any good about this person, find somebody you can find good in and talk about that. И говорится, что если вы не можете в конкретном этом преданном усмотреть что-то хорошее, то тогда найдите кого-то, в ком вы можете, да, усмотреть что-то хорошее, и концентрируйтесь, и говорите об этом. I heard a story once, some queen of England. Я слышал как-то историю относительно одной царицы Англии. And there was one officer that, I don't know, everybody was complaining about. И там был один офицер, про которого все жаловались в армии. So they were all complaining. She said, "Is there anything good about him?" И она тогда спросила, ну есть ли хоть что-нибудь хорошее в отношении этого офицера? И тогда они в конце концов подумали, сказали, да, он хороший семьянин. Said, okay. И она тогда сказала, хорошо, тогда думайте лучше об этом. И все, на самом деле, мы являемся комбинацией хороших и плохих качеств. И то, что вам кажется плохим, для кого-то может казаться хорошим. So someone just sent the, you know, these quotes from Chaitanya Bhagavat about the dangers of criticizing devotees. И недавно кто-то послал цитаты из Чайтаньи Бхагавата относительно последствий опасности критики преданных. So that's one thing, maybe out of fear we could... И это одна из вещей, что мы можем из-за страха молить, чтобы мы перестали так делать. Но другой способ и более лучший способ — это думать о том, о благе, которое принесет прославление преданных. Если есть какой-то конкретный преданный, относительно которого мы чувствуем себя несчастными или критически настроены, то нам надо попытаться послужить ему. И должно быть что-то хорошее в этой личности, потому что нет никого стопроцентно плохого. И то поведение в них, которое нам может не нравиться, кто-то другой может его очень любить. So we should pray for them and be very kind if they're really misbehaving. И поэтому мы должны молиться и быть очень добры, в особенности если эти личности, они на самом деле себя неправильно ведут. If we're in an ashram and someone is really, you know, disruptive, we might have to ask them to leave.
Если, например, мы находимся в ситуации, что мы живем в ашраме, и кто-то очень сильно всех как бы беспокоит, то, может быть, такому человеку надо его попросить покинуть ашрам. Но если это просто кто-то в нашей общине, то нам не стоит об этом сильно беспокоиться. So, look in the mirror. Поэтому посмотрите в зеркало. Шрила Бхактисиддханта said, you know, I see this fault in someone because I have this same fault very big. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он говорил, я вижу в ком-то вот этот недостаток лишь потому, что во мне очень сильным образом проявлен этот недостаток, только поэтому я способен его разглядеть в других. So he said, you know, I don't have time to find fault with others because I have so many myself. И он говорил, у меня нет времени искать недостатки в других, потому что у меня у самого их так много. There's one letter I was trying to find it. I read it in the book, but some disciple wrote him criticizing somebody. И я пытался найти это письмо, так или иначе, в этом письме кто-то писал ему, что он критиковал какого-то преданного. And he wrote back and he said, I don't know why you want to take up such an unpleasant task of criticizing devotees. И он ему ответил, написав, что... I can't understand why you want to do that, because it's not... It doesn't give any pleasure. Почему ты... It's all bad reaction. И он написал, я не понимаю, почему ты хочешь взять на себя такую тяжелую и неприятную обязанность, как критика другого преданного. Это значит, ты на себя возьмешь все эти реакции и их последствия. An example he gave is that the strainer, the sieve, you know, you use in the kitchen. What is strainer? You know, when you make noodles, you pour them into the screen underneath and the water. И это дается пример такой, что на кухне мы используем сито. So that has many holes. И в сите есть очень много дырочек. But that thing will look at the needle and say, look at that needle has a hole in it. Но вот это сито, оно будет смотреть в то же время на иголку, в котором одна дырочка, и говорить, смотрите, какая там дырочка, у. And so better we turn the fault-finding propensity expertise on ourselves. И поэтому это качество, углубленное находить недостатки в других, нам лучше всего обратить на самих себя. But some people get totally into that and they just become depressed and crazy. Но также бывает другая крайность, что люди погружаются в нахождение недостатков в самих себе и становятся депрессивными и совсем, то есть там как-то загибаются. И поэтому лучше сосредотачиваться на хороших качествах. Надо узнать, есть ли у нас какие-то хорошие качества и стараться их развивать. Jesus said, before you criticize a little splinter in someone's eye. Иисус говорил, что прежде чем вы критикуете щепку в глазах другого, you should take the big log out of your eye. Вам надо сперва вытащить большое бревно из собственного глаза. In other words, you're not seeing properly. Иначе вы не способны видеть в действительном свете. You know, if we're fault-finding devotees, the reactions are serious, and then we'll start fault-finding. You know, first we think, well, these are just no good devotees. It's okay. И если мы начнем искать недостатки в преданных, сосредотачиваться на этом, будут очень серьезные реакции. Вначале мы будем думать, что, ну, вот эти преданные, они просто недостаточно хороши. Then we'll start criticizing other devotees. И потом мы начнем критиковать вообще других преданных. Criticizing GBC. И мы много раз видели, как преданные начинают критиковать GBC. Then criticize the guru. Потом начинают критиковать гуру. And then Krishna. Потом Кришну. And then bloop. И потом они уходят. So, we have to be careful. Нам надо быть очень осторожными. So, you know, we can use defenses. The main thing is to look for good in others. Мы можем видеть дефекты, но основная вещь — это видеть хорошие вещи в других. Tapasya. И это тапасия. You know, find something good. Надо найти что-то хорошее. They have exercises. I don't know if it's just for someone you're criticizing, or husband and wife, or something. So they say make two columns on the paper. Есть такое упражнение, не знаю, это только между мужем и женой или относительно того, кого мы критикуем. Надо сделать на листике два столбика. And one side write down all the bad things. И на одной стороне написать
все плохие вещи, связанные с этой личностью. On the other side, the good things. А на другой стороне столбика все хорошие вещи. Then tear it in half and throw away the list of bad things. Потом это надо порвать и выбросить список плохих вещей. And start to concentrate. И начать концентрироваться на хорошем. You know, people that are criticized too much, you know, they become afraid to be in society. Or... И те, кто критикует слишком много, они начинают бояться быть в обществе. Like children, if they're always told by their parents, you're no good, you're stupid, you know, then they don't want to do anything. И, например, дети, которые всю жизнь слышали от своих родителей, вы глупы, вы ни на что не способны, вы, все, что вы сделаете, будет не так, поэтому они боятся действовать в обществе. So there's constructive criticism. И там есть такая вещь, как конструктивная критика. That's when you try to help somebody to correct their behavior. Это то, когда вы стараетесь помочь скорректировать чье-то поведение. And that's a Vedic culture, and also it's in one management book, famous management book in America. И это является частью ведической культуры, и также это упоминается в одной известной книге по менеджменту. It says if you're gonna criticize someone's behavior. И там говорится, если вы собираетесь прокритиковать что-то поведение, например, в бизнесе, to their face, то надо делать это им лично в лицо. First you should tell them we really like you, you're a good person. Вначале мы you должны do so many nice things. Похвалить их и выделить все, сказать, что вы делаете много хороших вещей, подчеркнуть эти хорошие вещи. But this вещи. One thing you've been doing is not right. So. Ну есть одна please. Небольшая вещь, которую вы делаете не очень хорошо. And with devotees, Brajbihari was a conflict resolver. He said, you know, if you criticize a devotee without proper mood, they think you're telling them they're not good devotees or something. They're not sincere. И Брадж-Бихари Прабху, который занимался конфликтологией, решением конфликтов, он говорил, что если вы делаете замечания или критикуете преданных без того, что вы подчеркиваете, что хорошее, что он делает, то он это воспринимает как то, что вы говорите ему, что он неискренний, и что то, что он делает, это неискренне, а это на самом деле то единственное, что у преданного есть, его искренность, и таким образом вы его лишаете, если вы не скажете что-то хорошее. Поэтому нам не надо говорить, он хороший преданный, но... Actually, the people that teach non-violent communication, they never say the word buddy. И люди, которые обучают ненасильственному общению, они говорят, что нельзя никогда употреблять слово «но». You know, he sang really nicely, but, you know, he overate, he did this. Вы говорите, например, что-то хорошее, а потом сразу говорите «но», и потом так-то и так-то. То есть это все. So there's constructive criticism where it's done out of love and you're trying to help somebody. И то есть есть конструктивная критика, которая делается из состояния любви и желания помочь кому-то. And then there's envious criticism, Итак, angry criticism. И есть другой вид критики, это критика завистью и злостью. Just because you think someone is disturbing your own sense gratification. Только и он происходит только потому, что мы считаем, что кто-то нарушает наше собственное чувственное наслаждение. In the congregation even, but they just make a huge disturbance all the time. Другая вещь, когда речь идет о ком-то, criticizing everybody else. Кто, если в общине есть кто-то, кто, чье поведение беспокоит всех и кто критикует всех остальных. I told before when we lost the recording, but when I was in elementary school. И я рассказывала это в предыдущей записи, которая стерлась, и когда я был в школе. I don't remember what year, but I was young. Я был молод, не помню точный год, был в начальной школе. Эта школа начальная заканчивается в 12 лет, переходишь в среднюю. И каждый день директор, он на больших колонках, которые были в каждом классе, он делал какое-то наставление давал всем ученикам. Spoke, из всех тех дней в году, когда он так вот говорил, я только один день запомнил, что он сказал. Said, somebody,
И он сказал тогда, что если вы не можете сказать что-то хорошее кому-то или про кого-то, то лучше промолчать. И я тогда помню, что я еще подумал, что мне кажется, это слишком сложное задание, я не уверен, что я справлюсь. One reason is my dear mother, who is a great mother and very intelligent. И одна причина этому, что я так подумал, это моя мать. Она была очень разумной, очень хорошей матерью. But she was envious of something of all the other ladies. Но она была всегда очень завистлива по отношению ко всем другим женщинам. И поэтому она всегда критиковала что-то в других женщинах. So I, you know, picked up on that propensity. И я как бы перенял это качество. But when we bring that into bhakti, that may, you know, criticizing the material world, criticizing the education system or all that, they may help us to take shelter of Krishna. И когда мы переносим это качество в бхакти и критикуем материальный мир или критикуем систему образования, такие вещи, это может нам помочь, ну, как бы принять прибежище в бхакти. But if we don't work on removing this propensity to criticize everyone around us. Но если мы не избавляемся от этого, ну, привычки, которую мы запрограммированы, то есть критиковать всех вокруг, then it'll eventually, when we're in a devotee association, most of the time it'll turn it on devotees. То естественным образом, когда мы находимся в постоянном общении с преданными, то мы начнем на них это качество обращать. Then we make Vaishnava Parad. И тогда мы можем прийти к Вайшнава Апарадхам. We lose our taste for chanting. И мы потеряем наш вкус к воспеванию. Start to criticize more devotees. Начнем критиковать все больше и больше преданных. И тогда преданным перестанет нравиться с нами общаться, и тогда мы начнем еще больше расстраиваться. It's not a good policy. Не, это не очень хорошая политика. Raghunath Bhatta Goswami. И Рагхунатха Бхатта Госвами. I think the youngest of the Госвами. И мне кажется, он наиболее молодой из шести Госвами. So he was the son of Tapan Mishra, you know, the famous Tapan Mishra. И он был сыном известного Тапан Мишры. And Lord Chaitanya stayed with their family when Chaturmasi. И в течение одной Чатурмаси Господь Чайтанья пробыл с их семьей. He might have been 5 years old. Ему тому времени было около 5 лет, может быть. But he was serving Lord Chaitanya and massaging his feet. Он служил Господу Чайтанье, делал массаж его стоп, ел остатки его пищи. So when he got old enough, he joined Lord Chaitanya in Puri. И когда он повзрослел, он присоединился к Господу Чайтанье в Пури. And then Lord Chaitanya told him, "You go home and take care of your parents. They're great devotees, but they're old." И тогда Господь Чайтанья дал ему наставление: возвращайся домой к своим родителям и позаботься о них, послужи им, потому что они преданы, и они уже стары. И изучай Шримад Бхагаватам с вайшнавами. Когда родители оставили тело, он вернулся в Пури. Он пробыл там 8 месяцев, тогда Господь Чайтанья отправил его в Вриндаван. And he wasn't very happy to miss Lord Chaitanya's association, but he said, "You take shelter of Rupa and Sanatana." Он не был очень счастлив, что ему надо расстаться с Господом Чайтаньей, но тот его наставил, чтобы он принял прибежище Рупу и Санатана Госвами. So he was there, he's, you know, wonderful devotee. Everybody loved him. И он был замечательный, преданный, он пребывал там с ними. Все его любили. Он был превосходным поваром, Господь Чайтанья особенности. Любил его готовку, и все госвами любили, когда он готовил. Господь Чайтанья ему сказал: ты просто повторяй Шримад Бхагаватам, больше ничего от тебя не требуется. И у него был прекрасный голос, как у кукушки. They're hard to find, but you can hear them. But и это редкая птица, тяжело их встретить. Это не обычная кукушка. And he would sing each shloka in 3 different beautiful melodies. И он воспевал каждую шлоку 3 разными мелодиями. Рагах. Рагах. So he was very popular. И он был очень известен тем образом. But they said if he heard somebody talking critically of a devotee, even if it was true, what they did. И если он когда-либо слышал, что кто-то критикует преданных, даже если это была правда, что они говорили,
He would just walk away. Он моментально покидал это место. Он не хотел He это слышать. With people, он не спорил с людьми, он просто сразу уходил с этого места. И мой духовный брат Джаянанда, он вел себя подобным образом. He never criticized anyone. Он никогда никого не критиковал. Tolerated all kinds of really crazy people. И он терпел разного рода сумасшедших людей. But if he heard devotees, you know, criticizing, he would just take his beads and walk away. Но если он слышал, что преданный начинает кого-то критиковать, то он просто доставал четки и покидал это место. That's an intelligent thing to do. И это очень разумное поступок. Otherwise, it grows, you know. Even here, criticism, even in the non-devotee world, they have sayings like I read one proverb or something. You know, criticisms of other people taste like very good. They said some kind of meat, but you know, you love it. Then you can just get carried away and waste your whole life. И критика, даже слушание критики, она очень оскверняет. И даже в материальном мире есть ну, что-то вроде поговорки, что критика на вкус как какой-то определенный деликатес или какой-то вид мяса. И можно настолько сильно этим увлечься, что потерять на это впустую всю жизнь. So I guess the essence is, you know, look in the mirror. Я думаю, что суть всего этого – это посмотрите в зеркало. It's one trick. Это один трюк. And speak out, you know, all the things you don't like about some devotee. И вы говорите все, что вам не нравится относительно по отношению к какому-то преданному. Выскажите это все в зеркало, смотря на себя. And get some idea what it looks like. И получите какое-то представление, как это выглядит. Because if you're just keeping these thoughts, we'll just keep hiding them away. Потому что если вы просто эти мысли крутите у себя в голове, они там будут. To pray to Krishna, let throw it out. I don't want. Им надо молиться Кришне, чтобы избавиться от них, выбросить их все, потому что я не хочу эти мысли. Мы все полны мыслей из мусорки. Не читайте газеты, они полны критики. Right? Even the sports section, you know, they talk about some game and how somebody screwed up everything. И даже отсек спорта там написано обязательно будет, как кто-то запорол всю игру и как плохо кто-то конкретно играл. It's a cheap way of trying to make myself look better is to put others down. И это очень дешевый способ, как возвысить себя и выглядеть лучше, это просто опустить других. So there's a saying, physician, heal thyself. Есть поговорка, что врач должен исцелить себя вначале сам. Это какой-то поэт написал. То есть суть, чтобы заниматься своими собственными проблемами самому. Ищите свои недостатки себе. В надежде исправить их. Мы не хотим зациклиться на том, что мы думаем, какие мы плохие. Слишком много людей так делают. So I just heard one quite popular person talking about perfection. Я слышала одного известную личность, которая говорила о совершенстве. So the definition of perfection is a 10-letter word that doesn't exist. И он говорил, что описание идеала заключается в 10 словах, что такой вещи не существует. There is perfection. Krishna is perfect. У нас есть совершенство, это Кришна, Кришна совершенен. Но многие критикуют его. Шишупала dedicated his whole life. И Шишупала посвятил всю жизнь критике Кришне. So many ways. Очень многими разными способами он это делал. The goddess of fortune, not the goddess of Saraswati. She was twisting his words to have different meanings, or to glorify Krishna. Богиня красноречия и знаний Сарасвати, она переворачивала его слова таким образом, что получалось, как будто он прославляет Кришну. You can read the book to catch on, because it's very interesting. Можно прочитать книгу, это интересный момент. I think he said Krishna is Naradama, that means the lowest of man or something. И как, например, он говорил, что вот Кришна Нарадама это низший из людей. But she there's so many meanings to every word. So she said Krishna is the person who makes everybody else go down. И она so much better than everyone. И она all of the insults he gave.
И она так поменяла все, что у каждого слова много значений, что это звучало так, что Кришна та личность, по сравнению с которой все выглядят ниже. И вот так все оскорбления она так более ста. Кшатри хотели убить, другие люди затыкали уши, кто-то ушел. Ну, Кришна говорил Бхиме, остановил его, потому что он уже вытянул свой меч. И он считал оскорбления. И потом он ему снес голову. То есть это была такая утонченная операция, крови нигде не было. Не было кровотечения. Обычно, когда отрезают голову, там такая струя крови, но тут было все очень утонченно, без крови. Я предполагаю, что Сударшан чакра, она сразу там все как припаялась, потому что она горячая. И мы можем прочитать описание опасности критики. Это очень серьезные последствия. So look for the good, and like I said, if we can't find any good in me, don't think about me, go find somebody that you can. Я повторяюсь и говорю, что если вы не можете найти что-то хорошее в себе или в том, кого вы критикуете, то найдите кого-то, в ком можете найти что-то хорошее. Other than yourself. В ком-то, кто не являетесь вы сами, если вы в себе не можете найти. But if we have this perverted desire to establish ourselves as better than everyone else. Но если у нас есть это извращенное желание установить себя как того, кто является лучше всех остальных. It's conditioned. In this Kali Yuga. Это обусловленность Кали-юги. Not everybody is so heavily conditioned. Но не все так жестко обусловлены. So, you know, like anyway, just pray. Поэтому просто молитесь. Krishna, help me, I don't want this. Кришна, помоги, я не хочу этого. Help me get my head straight. Помоги мне выровнять свое сознание. And read Shrimad Bhagavatam. И читайте Шримад Бхагавату. Читайте Чайтанья Чаритамриту. Как Господь Чайтанья прославлял всех преданных. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Вайшнав Сева Ки Джай. Хари Хари.